Итак, правда, тут свет, освещение не очень-то хорошее. Мы прямо входим в какую-то... Очень красиво здесь. Вау! Вот это вот мне нравится. Прямо даже слоник. Круто. Причем выполнен, ну, это, стиль. Это Макса с терапией. Это, кажется, тушью. А, тушью? Да, мы в школе так делали. Пожалуйста, рассказывайте. Вот это мне надо снять. Тут это название, это краска, потом, может быть, выручу просто. Я прямо так это... Можешь себе тогда заснять сразу. И это иду очень красиво, очень. Это кабинет этой... Рисование? Рисование. Мне просто, я тоже вот снимаю все это, все вот, все вот работы очень красивые. Как я тебе говорил, это самое, что это здание, как говорится, оживилось с нашим прибытием. Оно стало живым. Это ведь бывшая школа. В том, что мы наполнили ее, как говорится. Вот это кусочек 20 века. Знакомое что-то? Это ведь кинофильмы вот это вот. Это диафильмы. И да, диафильмы. Это на стенках это самое показывали. Это, еще крутили это самое. Это в то время это было на уровне нынешнего интернета. Ну вот, Google все вот эти. В то время это были очень большие технологии. Кино, диафильмы. Здесь еще вот есть продолжение. Это диафильмы, а это слайды. Да. Это была специальная аппаратура, здесь нет, я посмотрел, это этой аппаратуры, которая вставляется. Я это сам в руке был. Аппаратуру и демонстрируется на, ну, на стенке, на белой простыне. Иногда использовали или экран белый, или вот простыни иногда использовали белые, натягивали на стенки. Ну вот такой маленький кусочек 20 века. Положено место. И там, здесь может быть интересно. Туфли главное. Может, наверное, 20 век. Ух ты! Ну, в то время это да керзовые. Это керзовые, это лыжные, между прочим. Вот этот специальный выступ есть. Какое качество это керзовый? Или это кожа, или керза? Это для лыж. Вот а? Эти выступы вставлялись в лыжи. Ну, станок этот рубанок. Рубанок, не да. Станок, а рубанок. Это утюг сюда. Это тоже 20 век, если не раньше. Да, это сюда угли положили. Да. Горячие. И то гладили. Это для портных. Ну вот это тоже такая интересная работа. Можно посмотрим, как оно. Ух ты. Ничего себе. Ну вот такой вот. Итак, мы уже, говорится, все тайны будут раскрыты. Называется. Вау! А я вот это еще не знаю. Ух ты, интересно, тоже такая как наказ коту валка майна то катру юти. А? Вау. Ну вот это лучше снять тоже. В то время как рисовали, да, 20 лет. Ух ты, это довольно тоже интересно. Исполнение техники. Да, как раз это... Тоже можно снять. Там визуально. Оп. Вот, все вот эти вот техники очень интересные. Ну, как вот в 20 веке рисовали. Да, это обычная работа. Или это фотография? Непонятно. Ну, вот такой вот вариант. Да, вот. Бутылочка тоже... Это украшенная сверху бутылки. Берется обычная бутылка и
или гуашью рисовать, обычно с клеем. Вот этот цвет хороший, какой такой матовый такой, черный такой. Но это уже похоже на масляную краску. Да. Обычная бутылка разукрашивается сверху. Там, кстати, посуда 20 века, если не 19. А, да. Мы немножко утренняя, как говорится... Пресса. Да, утренняя пресса. То есть... Это уже музейный экспонат. Антикварные вещи. Внизу там что-то, там кастрюля алюминиевая. Да. То есть мы, как говорится, то есть всю... Все тайны. Раскрываем все тайны. Ну, нет. Это ручная работа, но очень Ой. Такая... Не знаю, очень кропотливая. Опа. Мы попали в музей. Визуал Асмаксас Классе. Визуала. То есть лайком. Лазер пилитал. Опа. Лазер.